Как выяснилось, каждый комитет внес свои изменения в проект бюджета. В результате поправок оказалось очень много. При этом нам пояснили, большинство предложений было учтено главой региона и Министерством финансов. В общей сложности поправки, предложенные депутатами Тамбовской области, учтены в порядке 1,3 миллиарда рублей. Я округляю цифру. Комитет по промышленности, комитет по здравоохранению, ваш покорный слуга с коллегами, комитет по бюджету, комитет по сельскому хозяйству. Какие-то поправки были отклонены, но, вы знаете, всегда хочется много денег получить, но не на все хватает. Финальный проект бюджета на 2023 год депутаты планируют представить 22 декабря. Ожидается, что в нем будет фигурировать федеральная помощь нашему региону в размере 6,2 миллиардов рублей. Эту сумму выделили в рамках субвенций и дотаций, чтобы сбалансировать региональную казну.